Всем привет! Сегодня приехал я половить форель на новое озеро. Никогда еще здесь не бывал. Смотрел по карте, оно мне показалось довольно маленьким. Но на самом деле озеро огромное. Точно не знаю, где здесь какие глубины, где здесь рыба ходит, не ходит. Камеру взял, сейчас поставил 5 жерлиц вот там на разные приманки, потом расскажу. Здесь, в принципе, глубина везде одинаковая. Я ушел по привычке вот в такое место, где камыш. Вот такие вот заливы. Не знаю, посмотрим. Там, оказывается, есть большой залив еще дальше. Чуть попозже пойду, там тоже лунки сделаю, посмотрю в камеру, когда чуть светает. Сегодня приехал довольно рано, еще потемну. С фонариком здесь ходил, расставлялся. Пока что тишина. Сейчас буду пробовать здесь разные балансиры, блесенки и так далее. Все. Всем приятного просмотра. Поехали. Есть первая поклевка. Блин, не знаю, снял на камеру, не снял. По-моему, нет. Я видел прям, как форелька подошла и взяла. Мелкая, блин. Вообще капец. Видел, как подплыла. Хапнула. Ну, такая мелочь вообще, блин. Вот такая. Плыви обратно. Не буду такую брать. Постараюсь что-нибудь покрупнее поймать. Кстати, камера видит. С инфракрасной подсветкой чуть хуже, потому что много всякой мути в воде. А вот обычная, без подсветки, она становится черно-белой и более-менее видно. Сейчас я вам покажу. Ну, как рыба взяла мою наживку, я точно видел. Вот единственное, говорю, не успел я, наверное, на запись нажать. Впрочем, покажу, если успел. Вот. В принципе, видно вот так вот. Все понятно. Рыбу тоже прекрасно видел, как подошла. Конечно, если я вот сейчас, допустим, вот нажал на запись и выведу на экран вам, то покажется, что там ужасное зрелище, ничего не видно. А вот сюда, когда я смотрю вот в этот маленький экран именно, то все прям прекрасно видно. Так что для съемок, наверное, она не очень подойдет. А вот рыбу поискать, да вот так половить, правильную проводку поделать, самое оно. Заказал я себе камеру еще одну подобного типа, только чуть-чуть покачественней. Там вроде как посветлее все получится вот здесь на экране. Плюс еще той камеры, то, что у нее обзор, там 180 градусов. Вот этой, допустим, 120. И порой, если видимость плохая, то далеко отводишь, ничего не видно, приходится приближать. Из-за этого угол обзора очень маленький. А если угол обзора будет 180 градусов, то можно будет наблюдать более широкий угол обзора. В общем, придет, протестирую, посмотрим, сравним эти две камеры. Но пока всего одну рыбку увидел я в камеру за все время. И так клюнуло, кстати. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Потому что на одной из рыбалок с Дэном ездили тоже на озерцо ловить форель. Так там ее плавает миллион.
А вот поклевок вообще не случалось. А здесь единственное и клюнуло. Сейчас двину дальше искать, значит. Наверное, вон туда, в сторону заливчика. Где-нибудь ближе к берегу сейчас посмотрю, какая глубина и так далее. В общем, пока рыбы больше не видел. Иду вот в такую заводь. Не знаю, сюда рыба проходит, не проходит вообще. Есть ли глубина. Ну, лунки вон осверлены. Значит, кто-то что-то ловил. Я здесь уже прошелся. Лунок 5 сделал. Сейчас буду их пробивать тоже на наличие рыбы. В общем, я так понял, в этой заводе форели нет. Вот уже в 5-й лунке смотрю, увидел одного малька за все время. Форели не видно. Но вот мне интересно, а где вот, допустим, карп, карась, вот эта вся рыба сейчас. На другом озере я нашел, где ходит карп зимой. На самом мелике, там по колено, я камеру опустил, увидел сразу стайку. Один отошел от стайки, заинтересовался моей приманкой, вот так подошел, посмотрел и уплыл. Ну вот они, допустим, там собрались на самом мелике. А здесь я уже сколько не смотрел, и там, и там, и там, везде. От одного малька какого-то увидел. И все. Так что в этой заводе нет рыбы. Если она здесь и была, то, видимо, вот из этих лунок, то, что здесь насверлены, ее уже всю повытаскивали. Сейчас двинусь дальше в поисках рыбы. Не, вы видели, да, что сейчас здесь творилось? Вся форель толпой здесь ходит. Одна схватила форелька, я подсек, но она стащила резинку с крючка и не засеклась. А вот сейчас, когда толпа была, я здесь, блин, пока эту камеру настрою, что все, и не получилось нормально здесь проводки поделать. Ну что, я думаю, мне надо перемещаться сюда, вот на дамбу, потому что рыба вся здесь, считай, ходит. По крайней мере, то, что я сейчас видел. Толпа целая. В общем, приехал я на дамбу, решил здесь половить, так как видел здесь стаю рыбы. Сейчас жерлицы здесь поставлю. Одну поставлю на тесто. Вот так вот сделаю червячком. Ну, такую личинку сделаю из теста. Ой, лед хрустит. Что-то сильно. И вот так вот прямо я поставлю здесь. Пусть висит. Ну что, полдня ушло на поиск места. Сейчас посмотрим, даст ли результат то, что я рыбу нашел, в конце концов, где она ходит стаями. Надеюсь, что стайка, когда пойдет, возьмет мои приманки. Все, чтобы не обмерзало сильно. Вторую жерлицу я сейчас поставлю на сыр. Я вот так экспериментирую с различными приманками.
потому что на пасту уже надоело. Сколько ни ставишь, толку нет. Ничего не клюет. Не знаю, почему-то нашей форели эта паста не нравится. Вот такой кусочек сыра прям возьму и поставлю также на жерлицу. Вот так вот. На три оставшиеся жерлицы я буду ставить кошачий корм. Да, кошачий корм. Дело в том, что я недавно ловил уже на него. Почему мне на него захотелось половить? Потому что я как-то летом ловил карася на реке. Именно вот на кошачий корм. И он у меня неплохо ловился. И решил как-то на днях, дай попробую половить на кошачий корм. Поехал на одно озерцо. Было две поклевки. Не засеклась рыба. Я одну мелкую поймал. Все на кошачий корм. То, что стояло на пасту, ни одной поклевки не случилось. Поэтому я пока что на пасту вообще не ставлю. Никакие снасти. Так что вот так вот. Ну, пока посмотрите эту рыбалку, как я ловил на кошачий корм. Ну, там вот, кстати, тоже поклевки были только с утра. А потом, как отрезала, сработала жерлица. Опа, опа, опа. Пошла, пошла, пошла. Блин. Ну как так? Ну сидела же рыба, разматывала. Она вот, я к ней бежал, она разматывала. Ту, блин. Так, понял. На что у нас здесь стоит? Здесь у нас стоит на кошачий корм. Еще одна сработка. Она ту же закидушку крутит. Крутит, 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 крутит. Кошачий корм, если что. Вот, пожалуйста. Кто сомневался. Клюет. Правда, мелкая. Ну все, ждем, пока стая сюда вернется, какой-то круг сделает. Может быть, случится поклевка все-таки, наконец-то. Блин, наконец-то дождался. Одна схватила и выплюнула. Вторая вот подобрала. Не могу никак заснять нормально все это дело. Опа. Давай. Жить будет. Покрупнее форелька схватила. И выплюнула. Я-то в камеру все вижу. Вот сейчас я ее запарился налаживать здесь. А жерлицы молчат. В общем, клюет только мелочь. Голодная, видать, самая. Только что опять прошла небольшая стайка из мелочи. И вместе с ними проплыл там настоящий титаник. Огромная, блин. Не знаю, может быть, она слишком близко к этой камере проплыла, поэтому показалась такой огромной. Но у меня вон там стоит камера, она должна зафиксировать. Сейчас покажу, если она засняла, конечно.
Да, да, вытащи. Ну вот. Интересно, да? Только она сверху ее взяла, да? Ну они вот подошли, две штучки. Одна схватила из них. Вот такая мелочь, говорю, она более агрессивная, хватает. А которые покрупнее, их вообще не интересует. Просто уплывают, мимо проходят. Опа. Все. А, здесь уже люди подходят, интересуются, что у меня здесь за аппаратура везде вокруг. Не, вы не думайте, что я рыбу не вижу, просто снимаю не все. Сейчас вам покажу нарезку небольшую из того, как рыба здесь плавает, не клюет, просто туда-сюда шныряет, разного размера форель. Посмотрите. Вот так, в общем, рыба плавает порой, но клевать не клюет. Ну вот и сейчас, допустим, вот стоят жерлицы, я нет-нет меняю на них приманки. То одно поставлю, то другое, но клёва особо нет. Вот единственное, на активную приманку, ее я уже не меняю, потому что уже очень много рыбалок. Я пробовал различные... И колебалки, и другие резинки. Все что угодно. И блесна пробовал форелевые. Вот это работает лучше всего. Это однозначно. Поэтому я ее даже уже не меняю. Но вот странно, почему на кошачий корм не клюет. Кошачий корм хорошо привлекает рыбу, кстати. И не только рыбу. Недавно поймал андатру я на нее. Ну как, не поймал. Клюнула, короче, андатра, три жерлицы собрала и туда, к берегу, к себе, к норке оттащила подо льдом. И там, видать, отцепилась каким-то образом. Это когда мы с Дэном ездили на рыбалку. Могу показать, посмотрите, как это было. Три сработки. Раз, два, три. Стая прошлась. Интересно, хоть одна рыба есть? Здесь нет. Съели. Так. Здесь вроде бы натянуто стоит. Оп, подсечка. Ух ты! Ух ты! Да. А чё так? Чё-то куда-то завела, что ли?
Что-то там капец. Вот сейчас будем это. Там потренировались. Слушай, что-то там капец, я тебе скажу. Там или перепуталось вот за эту. Нет, здесь пусто. Куда вот она затащила, интересно? А, ну здесь всякой травы, видишь, куча. Побагром. Да, видишь, она прям подо льдом. Вот она, леска. Ну-ка, дай. Вот здесь нора андатры. И она вот сюда, скорее всего, идет. Андатра клюнула, походу. Идем по леске уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лунок уже. Это андатра была 100%. Форель бы сюда не пошла. Вот так, в общем, я там насверлил целую кучу лунок. По леске шел, чтобы посмотреть, кто там поймался. О, рыба-рыба подошла. Рыба-рыба-рыба-рыба. Ну. Блин. Наконец-то нормальная проплывала. Ну и все, уплыла. Так вот, андатра там, блин, в тот день мне жерлицы только так переворачивала. Она там плавает. Ну, я прикармливал. И, видимо, ее это приманило все. Да и, видимо, андатра не одна. И они там все пылесосили. Нет, вы видели, да? Толпа подходит, интересуется. Причем больше всех интересуются самые мелкие. Те, что покрупнее, вообще мимо просто проплывают. Но что-то им не нравится. Не хотят хватать. Но вот проплыла же опять одна. Покрупнее, такая хорошая. Но крупных вообще не интересует ничего. Не вот там, то, что у меня везде расставлено. Я уже пробовал и червя, и опарыша, и сыр, и пасту, и кошачий корм, и тесто. У меня уже стояло все, что угодно здесь. И я точно знаю, что здесь рыба проходила прям стаей уже. Где мои жерлицы. Но ни на одну из приманок не клюнула. Ну вот и здесь андатра тоже плавает. Надеюсь, эта камера сняла ее. Прям на нее она наткнулась. А я в эту камеру смотрю. Сейчас поставил балансир здесь. Смотрю, кто-то огромный плывет, понять не могу. Думал, форель что ли. Вижу с хвостом андатра. Ну, камера должна была вот это вот заснять ее, потому что прямо она в нее воткнулась аж на. Наконец-то дождался поклевки. О, хорошо как тянет. Ну вы видели, какая толпа подошла? Ух ты, блин. Вроде бы не крупная же была. А что так тянет хорошо?
Но в камере я вроде бы не крупную видел. А тянет прям что-то прям очень хорошо. О, нормальная. О, наконец-то. Вот это уже другое дело. Так, ну что, стайка, наверное, убежала уже. Так что спешить не будем. Вот. Такая вот нормальная наконец-то клюнула. Сопротивляется хорошо, конечно, ничего не скажешь. Нормальная такая. Уже подходящий размер. А я думал, опять такая же мелкая клюнула. Потому что здесь особо не видно. Уже темно довольно-таки стало. Ну такая стая прошла, конечно. Хорошо, хоть не самая мелкая опять клюнула. Ну, конечно, стая огромная была. Наверное, вся форель со всего озера в одну кучу сбилась. Посмотрим сейчас, может еще что клюнет. Но я прям до темна не буду, потому что сейчас холодно станет. Начнет леска сильно обмерзать. Там уже невозможно таким образом ловить. А жерлица так ни одной поклевки за весь день. Блин, схватило, блин. Быстрее, там рыбы много. Не получается опустить, примерзает леска к краю лунки. Ё-моё! Только что, блин, схватила, но она ее не заглотила. Схватила прям за краешек, даже до крючка не достала. Блин, потащила все. Но я там уже видел, что подсечь не получится за счет того, что она ее не заживала. Ладно, что, буду я собираться, в общем. Потому что еще жерлицы надо собрать. Да поеду домой. В общем, форелевая рыбалка — это такая тема. Частенько с нее уезжаешь с одной рыбешкой. Ну, конечно, поймал я 4. Но мелочи я решил не брать. А так, почти каждая рыбалка. Но бывает и по-другому. Бывают такие дни, когда форель клюет на все, клюет жадно. Вот тогда отлавливаешься, конечно, по полной программе. Но в такой день... Опа, рыба пошла. Ну, одиночная, что ли? Но в такой день попасть очень сложно. О, бери, бери, бери. Ну... Блин, подплывает носом, стукается в приманку. Давай, давай, давай. Хочет же схватить, а? Ну, напоследок, еще одну. Ну, мелкие там. Ну, уже раза 3 подплыла. Но не хватает. Так вот, вот так вот, что они подплывают и не хватают ее, это прям постоянно, целый день продолжается. А вот именно когда они ее хватают, вот это редкость. Поэтому форелевая рыбалка — такая тема. В общем, все, хватает. Поеду домой. Следующая рыбалка, наверное, я поеду на водохранилище, там со льда воблу, возможно, судачка поищу. Все увидите на канале, скоро туда отправлюсь. Ну, на этом, наверное, все, буду заканчивать, потом потемну, не особо охота собираться. Все, всем пока-пока, увидимся на следующей рыбалке.